Всем привет, ребят. Ну что, полный трэш, все как и ожидалось. Castle Clash 2. Многие думали, что это будет перезалив игры. К сожалению, нет. Возможно, к счастью, к сожалению. То есть это, опять же, тот же самый Castle Clash, только, скорее всего, более реализованный, скажем так. Уже будет типа наподобие Доты. Называется New Dawn версия. Когда она будет, непонятно. Но, в общем, это стратегия. Такая же, короче, это один и тот же самый Castle Clash, только более реализированный, возможно, более в реальном времени, вот напоминать будет Доту, сейчас я вам покажу это все. Ну, с одной стороны это хорошо, с другой это печально, потому что многие играют в Castle Clash обычно, а тут выходит получше версия этого и той же самой игры, и многие донаты либо переползут, либо не переползут, непонятно, что будет с предыдущей версией, ее закроют, либо будут также дальше убивать дальше, непонятно. По-любому эта игра будет донатная, однозначно. Посмотрим, что же все-таки будет. Перенесут нам аккаунты. Либо это будет. Но если новая игра, никто ничего переносить не будет. К этому все идет. На английском сервере сдают очень много плюх. И у них все печально. Они поняли, что надо сделать что-то новое. Но они не понимают, что можно было, по сути, сделать на старом нормально все, и чтобы люди играли. Игра-то классная. Но они все упирали в донат, в итоге они решили сделать перезалив новой игры. Что у нас будет? Два основных модуля управления защитой и башни военная стратегия. Вот так вот. Посмотрим, как оно будет. По сути, вы будете строить свой замок. Будут вот бог грома, вижу, не знаю, что это за герой будет. Это этот ниндзик и тыковка. Вот так вот они выглядят. Когда оно будет, непонятно. Что будет дальше, тоже непонятно. Так. Та-та-та-та-та. 2017 год внизу написано. С 2017 года они делают ее 3 года. Когда она выйдет, непонятно. Но, в общем, вот так вот оно все выглядит. Как видите, многое из Castle Clash. Так, что тут будет? Ну вот, боссы. Будут. То есть это будет реализация, по сути, у вас того же самого Castle Clash немножко в другом виде. Как оно будет выглядеть? Вот замок даже видно. Ссылочку. Блин, вы так ссылочку не увидите. Я вам сейчас просто покажу ее. Вот вверху ссылочка у вас есть. Я закинул. Как она выглядит, я и закину, думаю, в описании. То есть можете перейти, почитать, сами перевести, что хотите. Новая территория, новые сражения, новые боссы, арены и т.д. Вот так вот. То есть будет, ну, та же самая битва замков, просто по-другому. Вот юниты. Юниты, короче, развивать. Ну, короче, куча всего. Реализация, по сути, интерфейс поменяют. Новая стратегия, новая прокачка героев на дамском профессор Риббит. Новая арена ЗБ Колизей. Ну, в общем, вот так вот. Есть уже в Вигеймерсе официально выложили Castle Clash New Dawn. Даже попробую ее сейчас скачать. Посмотреть, или даст, или нет. Ну, я думаю, вряд ли она еще есть. New Dawn, Джин, ТТМ, Репота, DG, Castle Clash, Весо. Official Pass. Так. Не имеет официальную страничку. Ну вот оно то же самое все открылось. В общем, по сути, поменяется немножко изображение. Будет своего рода, знаете, такое. У нас тоже, в принципе, можно сказать, что 3D. Ну тут будет уже вот так вот реализация сделана. То есть тот же самый Castle Clash, только сделан по-другому. Как оно будет в реалии выглядеть, знаете, я не знаю. Будет что-то лучше, не лучше. Пока ничего не известно, но надеемся на то, что будет хоть что-то интересное. Кого вы больше, кто вам больше нравится? Стрелок, скорее всего, и паладин. Вот так вот. Ну, посмотрим, сколько здесь будет доната, сколько будет чего, но опять же говорю, что это то же самое, по сути, просто немножко другая реализация. Вопрос, что будет с нашим Castle Clash? Как оно все поменяется, неизвестно. Пишите, в общем, в комментах, что вы думаете по этому поводу. Сейчас попробую даже перевести страничку.
хлопцы, мы прекрасно оголосили, що наша нова гра Castle Clash New Dawn. Ну, то есть, новая игра в реальном часі, яка базується на базі північної міфології. Гравець грає. Давайте я вам просто на русский переведу. Многие не поймут, хотя у меня оно на украинский сразу переводит. В общем, два модуля управления оборонной башней, стратегия войны. Будет свобода для игроков, вы сможете друг с другом взаимодействовать одночасно, так и залишая достаточно простору для гравців без альянса, то есть люди, которые без альянса, смогут нормально себя чухать. В общем, такая вот фишка. Так, это то же самое. Что у нас еще? Вот так вот выглядит замок. Випы есть. Видите, уже випы можно купить. Вот. Строители, почта, настройки. Не знаю, классно, не классно, как оно будет смотреться. Ну, то есть, по сути, то же самое. Только випы уже говорят о том, что это будет донатная игруля. То есть, сделано, не знаю, наверное, как... другие игры, там, я не помню, что, Royal Clash или Clash Royale, кто-то в этом плане они решили просто переделать то, что у них было. Имеет ли смысл это делать, вот это уже другой вопрос, потому что, ну, 2018. То есть в этом плане вот так вот оно будет выглядеть. Не знаю. Это типа замок можно будет ходить, или какая-то локация. Короче, не знаю. Пишите в комменты, что вы думаете по этому поводу. Меня изначально немножко бомбило, потому что, ну, какой нафиг Castle Clash еще один? С другой стороны, я понимаю, можно же просто будет забросить этот, не донатить, а тут играть просто без доната, как обычные игроки, и не париться, потому что вы понимаете, что... Уже, думаю, все поняли, что Castle Clash это не та игра, которая себя оправдывает. Вот так вот. И вряд ли вот эта вот ихняя передислокация, скажем так, изменение графики там игрового какого-то процесса, но не поменяет отношение игроков в игре, а то, что многие люди ушли и еще уйдут, думаю, многие забьют, просто потому что если это будет опять то же самое, просто лучшая реализация, а вас оставят на старой версии, ну, такое. Донатить в эту игру в итоге, зная IGG, что у вас это все обесценивается и оно того не стоит уже, по сути, тоже смысла нет. Ну, посмотрим. Может, оно будет интересное, и все захотят побегать, поиграть. В зависимости от того, какая будет реализация. Одно, что я понимаю, что на эмуляторах мы уже не сможем так поиграть, как раньше это было, потому что, скорее всего, оно будет очень требовательно и придется все-таки что-то качать, делать, не знаю, потому что, ну, не получится у вас на эмуляторе, эмулятор не всегда тащит. Ну, смотря, конечно, какой, но я просто замечаю, что игры выходят очень динамичные, надо хорошее железо, как бы эмуляторы на компьютере не всегда с этим справляются, скажем так. Вот, ну... А так, в принципе, не знаю. Выйдет. Они это уже анонсируют, я не помню, какой уже второй или третий год. Сейчас попробую в интернете просто вбить, что она вообще найдет. BlueStacks. В общем, Castle Clash New Dawn. На Reddit что-то есть. На Фейсбуке есть. Ну, тут Путь храбрых. В общем, посмотрим. Так, тут то же самое нам дали. Ничего нового. На Фейсбуке тоже сделали обновление Светлену. Ну, я не знаю, что это. В общем, такой вот, такая вот, ребят, тема. Пишите в комментах, что вы думаете. Участвуйте в конкурсах. В любом случае, я уже прихожу к тому, что Castle Clash есть Castle Clash. Ну, надо дальше двигаться, развиваться. Будем играть в другие игры. На Castle Clash ничего не остановилось, скажем так. Поэтому вот такие вот дела. Пишите комменты, что вы думаете, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах, еженеделька идет. Увидите сегодня кучу видосов, я просто не успеваю по работе. Всем удачи, всем пока.